сентябре 1983 года Лариса Шахрай после окончания медицинского училища устроилась на работу в Видновскую районную клиническую больницу. Постигала азы своей профессии во втором хирургическом отделении. Под руководством известных Видном хирургов Мартино Алексея Алексеевича, Шеншина Валерия Яковлевича, Кривихина Вячеслава Тимофеевича, Буркиной Валерии Петровны, Осокина Василия Витальевича. Вот под их руководством я начинала свою трудовую деятельность. А с 2005 года и по настоящее время Лариса трудится медицинской сестрой в Видновском перинатальном центре. Работать в это учреждение ее пригласил Николай Саваев, заведующий гинекологическим отделением. Лариса Викторовна, она очень добрый, она очень щепетильная, она очень с добротой, с теплом относится к своим пациентам. И она очень коммуникабельна со своими коллегами. Ее отличает высокий профессионализм, высокие деловые качества и преданность своей работе. Несмотря на то, что в семье героини нашего сюжета медиков не было, Лариса твердо решила помогать людям и ее призвание. Хотелось помогать людям, поправлять их здоровье. Гуманная очень профессия. У меня склад характера, наверное, такой. Пациенты, когда приходят, обращаются к нам за помощью, они нам доверяют свое здоровье, свою жизнь. И поэтому мы в ответе за их состояние и чувство ответственности, видимо, во мне есть. Лариса Шахрай – прекрасный наставник для молодых сотрудников. Это отмечает ее коллега, медсестра Татьяна Лукасевич. Когда она пришла в перинатальный центр, Лариса полностью взяла ее под свое крыло. Конечно, поддержка была колоссальная. Всегда приходишь в новый коллектив, волнительно войти в коллектив, работу. Она очень все, 24/7 была всегда на связи. Можно было позвонить в любое время там, дня и ночи и спросить у нее какие-то вещи. И она всегда может ответить на все вопросы, которые вас интересуют. С такими людьми очень комфортно работается. Никогда не слышала, чтобы она повышала голос. Никогда. Ни на пациентов, ну, на пациентов тем более, ни на коллег она никогда не повышает голос, ни вообще, я вообще даже никогда не видела, чтобы она, мне кажется, злилась на кого-то, то есть не присущи ей такие качества. Любовь к своей профессии, признается Лариса, главный критерий в ее деятельности, потому что без этого чувства очень сложно находить контакт с пациентами и уж тем более оказывать им помощь. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.